Творческий вечер народного артиста России Левона Аганезова во Дворце культуры «Современник» начался с шуток. Маэстро поудобнее устроился у рояля и поведал несколько баек из своей жизни. Есть чего рассказать. С самого начала. Родился я в 1940 году. С 4 лет меня отдали в музыкальную школу при консерватории. И все люди, которые вот сейчас играют концерты, там вот дирижируют, там многие даже померли, я с ними со всеми учился. Вдруг налетает какая-то пожилая женщина, уже с двумя зубами, говорит: «Левка, дорога!» Выясняется, что я с ней сидел за одной партой. Вместе с Аганезовым в Заречный приехали Олег Агеев и Надежда Рафаэлиди, солисты ансамбля народного артиста. Кстати, саксофонист Олег Агеев – наш земляк. «Королевский ужин со звездой» – такое название носил концерт. Получился теплым и душевным. Маэстро быстро завоевал расположение публики. Изысканный джаз, интеллектуальный юмор, активное участие зрителей в концерте. Некоторым посчастливилось даже выйти на сцену, сыграть и спеть с маэстро. Зареченцы искренне благодарили артистов. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Массу удовольствия получила. Очень хорошо. Мне очень понравилось. Мне очень понравилась игра саксофониста, нашего пензенского земляка. Очень понравилась солистка, очень понравилась. Особенно вот романсы ее. Так взяли за душу, так растрогали. Спасибо большое им. Тепло и по-доброму отозвался о зареченской публике и артист. Публика интеллигентная, воспитанная и музыкально подготовленная. Ее не то, что «О, смотри, что делать». Они люди образованные, они воспринимают все так, как есть. Им не надо ничего разжевывать. Наталья Елистратова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».